Всем приветики. Пришло ко мне с Алиэкспресса в обычном целлофановом пакетике такое вот техническое устройство. Камера, домашняя камера. Она вот так неплохо упакована в пупырку и обмотана скотчем. Тут прям надо постараться, чтобы ее открыть. Она прямо так серьезно была упакована. Здесь скотч, здесь и здесь. Ну, немного скотча, но, тем не менее, держался он хорошо. Довольно-таки много пупырки. Такой двойной слой, можно сказать, был сделан. Ну и вот так вот выглядит камера. 360. Там уже что-то болтается. 360 градусов. То есть она может вертеться вокруг своей оси. Это круто. Wi-Fi Cloud Camera. Работает через Wi-Fi и имеет облако. Но облако денег, конечно же, стоит. Вот. Так вот у нее все выглядит. 360. Глаз на 360. HD-видео. Двойное аудио. 3D-навигация. А что значит 3D-навигация? Ночное видение, детектор движения, уведомления, полностью на 360, шифрование видео, аккаунт, шифрование аккаунта, удаленный мобильный контроль, поддерживаемое приложение на компьютере. Кстати, камера от UI, у нее не было приложения для компьютера, только приложение для телефона, а здесь еще для компьютера прикольно. И либо флешка, либо, ну, через дроп, либо флешка, либо облачное хранилище. Что тут одинаково? Тут характеристики, тут панорамик. 5 вольт, Android или App Store. Ну, можно открывать, но мне не нравится то, что болтается. Ее, кстати, при мне прямо на почте уронили. Но я уже ничего не сказал, потому что, я думаю, это не единственный раз, когда она падала в процессе доставки. Запах такой пластмассы. Вот это, наверное, все и болтик, наверное, болтался. Ого. То есть она вот там просто так стояла и была накрыта. И в этой крышке все валялось, да? Ну, получается, что да. Хотя странно, что он только с одной стороны было накрыто. Ну, типа, главное, я так понимаю, они саму основную часть закрыли. Хотя, по логике, могли бы сделать и так, чтобы, ну, камера туда смотрела вверх. В общем, в коробке больше ничего нет. Ничего. Здесь камера лежала, а на ней или под ней было все вот это. Тут у нас что? Тут у нас инструкция какая-то. Wi-Fi камера, user manual. Пользовательская инструкция. Загрузить приложение, видимо, по QR-коду. А дальше. Ну да, это порядок действий. Типа скачиваешь, настраиваешь там что-то. Какой-то индикатор, что-то там. Скачиваешь приложение, регистрируешься в нем, заходишь в аккаунт, вводишь логин, пароль, подключаешься, находишь устройство, когда уже подключился. Правда, картинки такие маленькие, размытые. А дальше что? Причем оно переворачивается, да? Подключился. Ввел пароль, там все. Либо по LAN-порт какой-то. Ну, короче, разбираться надо. А, то есть ее можно подключить не через Wi-Fi, а напрямую через LAN-порт. Напрямую, ну, то есть можно подключить не через Wi-Fi, а через кабель от модема. Ну, это прикольно тогда. Так, что-то еще. Network, мод. Короче,
Надо, короче, эта инструкция, надо разбираться. Так, пока что не особо. Ну, то есть, ни разу я не пользовавшись, сложно там что-то понять. Здесь что к чему предназначено. Сзади торчит эта антенна. Там, видимо, пикап-холл. Я не знаю, что это такое. Может быть, индикатор ночного видения. Здесь линза. Там индикатор. И вот эта вот дырочка, это микрофон. Кстати, она такая увесистая довольно-таки. Сзади. Сзади, говорит, power interface. А, зарядка, да. Слот для карты. И кнопочка reset. Reset. А карта какая? Микросиди вроде, да? Да. Ну все. Так, что еще тут идет в комплекте? Зарядник. Power adapter. Выходит 5 вольт 1,6 ампера. Ну нормально. UE Home там 1 ампер выходил, но здесь 1,5. Ну, видимо, потому что она еще и крутится. Здесь еще внутри моторчик, по идее, стоит, который должен ее поворачивать. В UE там просто камера, а здесь еще моторчик для поворота. И что тут еще? Кабель, естественно. Чтоб ты не переживал и мог сразу подключиться. Ну, потому что если кабеля не было, ты бы уже переживал, а как подключаться там, где брать питание. А так вот оно, пожалуйста. Вставляешь сюда. Подключаешь сюда. И почему-то они все вверх ногами вот эту штуку подключают. И все, вот оно у тебя подключено. Ну, это болтики, видимо, чтобы на стену, в стене дырку просверлить, вставить их туда и закрутить. А это, видимо, ключик для того, чтобы нажимать кнопку reset. Вот, то есть ты можешь либо в стене дырку просверлить, прикрутить вот эти, ну, в стене дырки просверлить, забить туда эти зеленые штуки и болтиками через эту штуку прикрутить. А вот эту штуку уже, видимо, как-то примагнитить. Не, подожди, стой. Через этот болтик шестигранный вставляешь его сюда. А, ну да, типа, это в стену, прикручиваешь эту штуку к стене и вставляешь туда болтик. То есть она будет прикручена к стене, и в нее встанет такой вот болтик. А им уже зажимаешь камеру. Правда, он слишком маленькую резьбу, ну, маленькая у него торчит кусочек. Всего лишь сколько торчит тут? Один виток, второй и третий еле-еле торчит. Короче, можно сказать, два витка всего лишь торчит резьбы. То есть, мне кажется, не зажмется он. Хотя нет, что-то там даже и зажалось. Ну, по идее, так на стену можно повесить. Ну да, держится. То есть, можно даже на стену повесить. Если надо. А если не надо, то здесь, в принципе, ножки вот эти вот есть. И оно может стоять вот так. Это Wi-Fi антенна. Я не знаю, крутится она или нет, но она может двигаться. То есть ее можно согнуть. По идее, камера сама по себе должна двигаться на 360 градусов. Вот так останавливается. Все, здесь застопорилось. Поворачивается. И здесь застопорилось. Ну да, на 360 крутится. И эта штука вверх и вниз должна крутиться. То есть, по идее, она может смотреть, вертеться куда хочешь и смотреть куда хочешь. Вот. Здесь резьба, здесь антенна. Я бы хотел бы снять антенну, но я не уверен, не сломаю ли я ее. А так, ради интереса, хотелось бы ее отсоединить и посмотреть, как она там выглядит. Но если я сейчас сломаю, то будет жестко. Тогда я останусь без Wi-Fi.
Не зря, наверное, кручу, а вдруг еще сейчас сломаю. Ой, любители крутить все подряд. Так. Здесь динамик, видимо, через который можно будет говорить. Болтики, которые зажимают камеру, динамик. Сюда карта вставляется, кнопка reset. Здесь пленочку можно снять. Ну да, это светодиод ночного видимого, не такой большой. Сама камера. И там где-то индикатор. Ну и вот микрофончик. Ну и, собственно, все. А дальше нужно подключаться через приложение и смотреть, как она работает. Надеюсь, я Wi-Fi антенну не сломал. Ну просто я видел, что они отсоединяются обычно. Я хотел бы отсоединить, посмотреть. Но если она не отсоединяется, я ее сломал. Ну, то есть, по крутением своим. Это печалька, конечно, будет. Ну вот, а дальше нужно разбираться, подключаться, смотреть, как работает. Ну, а на этом все. Всем покедово.